Я обращаюсь ко всем людям России, к тем, с которыми я играл в баскетбол, с тем, с которыми мы побеждали на чемпионатах мира и Олимпийских играх. Я играл вместе с украинцами, с грузинами, с эстонцами. Теперь мы свободны. Прошу уважать нашу свободу. Будьте внимательны и не допускайте военные действия на Украине. Запретите войну на свободной Украине. Не давайте своим солдатам топтать землю свободной Украины. Слава Украине!